Это остров Юнсин, резиденция властей города Саньша. Это успешный пример развития в Южно-Китайском море. Чен Яньхуа, замдиректора комитета по работе и управлению островом, отвечает за охрану окружающей среды. Он считает, что экологическая защита необходима для сохранения суверенитета.原来这一块基本上都是大型的一个垃圾场，整个把我们岛的那个生态环境就破坏掉了。山上是马上就进行那个岛礁综合整治，首先岸线修复，然后进行大量的植树造林。现在我们永兴岛的绿化率基本上达到95%以上，裸露的地方基本上都绿化。这一块就是我们的针叶樱桃园，它的占地面积大概是1000多个平方。 这个针叶樱桃果啊，它就是那个VC含量特别高。我们岛上以前长期有很多那口腔溃疡，那么这个果吃了以后啊，效果很好。我们经过不停的那个试验以后，拿椰蓉跟那个珊瑚沙在一定的混合搅拌，它的吸水性特别强。那么它跟沙土混合在一块以后呢，起到了锁水的作用，而且呢就把这个土壤就彻底改变了。啊，咱们这个。Сброс сточных вод в Юнсине сократился до нулевого уровня. Для озеленения используется около 550 тонн очищенной воды в день. Секрет быстрого озеленения в том, что почти на каждом острове есть питомник саженцев. Там островитяне выращивают собственные деревья. 咱们现在这个里面呢有两种苗，一种呢是我们从小培养用种子发出来的一种苗，咱们主要重点的是嫁接，把它的枝头剪下来以后进行插着嫁接的，它的成活率就非常非常高。我们这个苗圃是建立了有2年多，日常的话每一批次大概有4到5千棵苗，它大概培育了有20多万棵苗木出来了。